Как сделать солнечные часы с помощью компаса и спичек? Поставьте компас параллельно земле, так, чтобы стрелка указывала на север и 180 градусов азимута. Ровно на центр компаса нужно поставить спичку. Вуаля, солнечные часы готовы. Когда тень указывает 90 градусов, это 6 утра, 180 – 12 дня, 270 – 6 вечера. То есть 1 час времени на компасе равен 15 градусам. Хайдага, компас? Эй, это вообще-то мое видео. Да.